Короче, от Лиховского моста отъехали чуть-чуть тут. Нормально, едем по встречке. Получается, туда на Москву две полосы, мы по одной полосе тянемся. Ну, одна полоса, вернее, на Волгоград она стоит. Средняя полоса, вторая, на встречную полосу. Это на Москву идет. И мы на Ростов едем одной полосой. Ну, кое-как передвигаемся. Но вот эти ребята, которые там стоят, вот их жалко, конечно. Они неизвестно, когда и куда там уедут. Там все занесено. Там, походу, пробка далеко начинается. Тут даже никто не пытается дернуться. Тут вот все в снегу. Вот. Так что, если кто будет ехать через Лиховской пост, сворачиваете на Камень-Шахтинск и сразу навстречку налево, как только поднялись на мост с развилки, с Белой Калитвы, ну как на Москву как бы ехать, и сразу сворачиваете налево в сторону Ростова.